здоровье. Ой, а вилочку можно? Вы так едим руками. Я не могу руками. Почему? Не научили. Уже в Африке все дорогами обложили. Вон в Ламе, смотрите. Да. За три года все поменялось. Дороги хорошие, и аэропорт хороший. Травку покушать. Привет. Что ж, друзья, наконец мы доехали в санаторий по этим убитым дорогам. Даже переезжали какой-то перевал, снег видели. Я, правда, не успел вылезти, потому что хотел засветло доехать. Ну, уже завтра распакую квадрик, полетаем здесь. Пока что нормально. Самое главное, что мы хотели добиться — тишины, воздух такой, ни за какие деньги не купишь, и природу тоже. Так что еще походим, разузнаем больше и запишем тоже красивые виды. Надо еще вернуться обратно по этой дороге. Там такая красивейшая горная речка. У меня это с детства прям ностальгия какая-то. Что я детство провел на Кавказе. И поэтому надо поехать полетать на квадрокоптерчике над речкой. На мене. Да. Оце красиво. О, так ти води. Ну води з собою. Корпус санатория Боржава. А мы живем, покажи где, в коттеджике. Двухместный, по цене одноместного, бонусом прилетел. Прилетел бонус. Там живем. Воздух хороший, но надо интерьерчик поменять внутри. Кони бегают. Мы над ними квадрокоптер запустим. Какие у нас развлечения для стареньких людей. Мы уже тоже старенькие. Опа! Вспомнили детство. Опа! Настала суббота, решили мы поехать на ярмарочку в село Долгое. Посмотрим, как местное население чем торгует. Вперед. Ярмарка выдалась не очень, поэтому, ну, типа такой 10% троечный, поэтому снимать не нужно. Это центр города, две церкви. А это третья. Сейчас идем в ту сторону, на новую почту. А что мы идем забирать? Полотенца банные. Полотенца на волочке, потому что... Подкачали. Да, подкачал санаторий. Это центр города, центр села Довгое, церковь. Здесь поедем потом сюда, в куст, около горной речки Висла. А на Свалявы это уже обратно на трассу М-06. Это Энермат. Я думаю, что-то напоминает лет 40 назад пейзажи.
Вот и весь центр. Это памятник советским воинам. Никто не забутый, ничего не забуты. Иисус Христос, Дева Мария. Когда в Закарпатье уезжаешь, уже везде Дева Мария. Вот мы дошли до конца. Новую почту пока еще не нашли. Где-то в той стороне. Дорогие господа, хотим вам показать немножко прелести дорог, по которым мы сюда добирались. Я вот специально остановился около обычного места. И сколько мы сюда? 100 километров мы ехали где-то около 3 часов ночью. Я уже не стал останавливаться снимать, но вот сейчас решил вернуться на эти же места. Но это так еще, если слабенько. Вон она еще дальше. Поехали дальше. Местное население. Здесь как будто война прошла какая-то. Оба, взрывы от снарядов. Проезжаем. Ну, только можно на нашей машине приехать. Хотя и другие тоже вот. Ух ты, товарищи, вон сейчас в Словакии поехали. Так, дождик пошел. Да. Ох, хорошо. Хорошо-то как ездить, а. Вот дальше канавы. Поэтому мы обратно поедем по трассе М-06, Киевчук. Вот здесь вообще точно бомбежка была. Тут скорость это все у меня. 5 км в час. Вот так мы сюда и ехали. Через перевал, где вообще ужас. Снег, здесь асфальт этот взорвало. А хотя дома вокруг очень-очень крутые. Могли бы, кстати, скинуться и на асфальтик немножко положить. Хотя все зависит от местного руководства. Вот если мэр или кто-то руководитель этого села классный товарищ, то и дорога хорошая. Но здесь, видимо, не срослось, не сложилось. Вот. Ну, типичная дорога. Это ужас какой-то. Поэтому поедем по автомагистрали. Дальше вот такая. Она не заканчивается. Бедные машины впереди. Дальше то же самое. Как доехать 20 километров до речки, я не знаю. О, еще круче. О, вот это ужас какой-то. Так, новые покрышечки купил. И теперь едем. Ну что, дороги строят новая власть. Ну, что-то не очень. Уже в Африке все дорогами обложили, он в Ламе, смотрите. Да. За 3 года все поменялось. Дороги хорошие, и аэропорт хороший. Все, хватит. Здесь увидели такие местные, на фоне местных пейзажей, козликов, барашек, вон они все стоят, смотрят. Я подумал, кто это их снимает, что случилось. Вон она, живописная природа. Речушечка. Сейчас дождь пройдет с градом. И мы взлетим на квадрокоптерчике. Целая отара овец. Решили мы все-таки ближе подойти. Козликам, к овцам. Кто там еще? Бараны. У тебя еще красный плащ.
Сейчас он, смотри, козлик что-то смотрит с этим, с рогами. Сейчас он побежит. И все. Ну, кстати, солнце, можно уже квадрокоптер купить. На, давай ближе подойдем. Вот красота, сразу пошли такие испарения над лесом, зеленейшая трава, солнышко, ну и отара себе пасется. Козлы что-то так напряглись там, трое вон, три тополя на плющихе. А так бы сюда в гости здесь были, ты как я? А мы санаторий Боржава. Так кулька бы там была. Пока с местным жителем поговорили, вот эта собачка умная. Сама научилась собирать эту отару. Вот так вот. Это местный пастух. Мокрая насквозь бегает, носится. Следит за всеми. Сели в стойле, все козлили в отаре. Пастырь, поводырь. Господа, наконец-то нашел красивейший вид. Сейчас распакуем квадрокоптер и начинаем взлетать. Горная речка, кладка, как на Кавказе я в детстве ходил. Горы, ну, облака, туман. Все, вперед. Только разложил квадрокоптер, погода резко поменялась от солнечной, пошел дождь. Но если его так запустить, он просто грохнется в эту речку. Вот и все. Поэтому поснимаем только на телефончик. Сейчас пройдемся чуть-чуть. Вспомним молодость, как я ходил по горной речке Белая, Республика Адыгея. Хорошо, плавает хорошо. Ну, тоже виды хорошие. И везде пластик. Пластик с той стороны, с этой. Как на Филиппинах. Он, видите, там сразу испаряется вода и выпадает в осадке. Поэтому деревья здесь такие здоровенные. Хотя ехали по этому перевалу, там этот лес кругляк уже вырубили и отвезли в соседние страны. Здесь уже до Румынии, до Венгрии, до Чехии, Чехословакии рукой подать. Центр города Мукачево, прокатились по нормальной трассе Киев-Чоп. Сейчас держим путь к замку, где и распакуем квадрокоптер и немножко на нем полетаем. Ну, куча машин. Везде Швеция, Чехословакия, Румыния, Польша, Венгрия. Все это здесь. Thank you.
раз мы доехали Мукачево, это сколько, километров 70, прокатились по бездорожью, по трассе М-06, то решили мы пройтись по центру города. Погнали вместе с нами. Центру Мукачево нашли гуся золотого. Шляпки. Сегодня отличнейшая погода, еще будет 2 дня, потом пойдет снег. Решили мы поехать на озеро с форелью, половить, пожарить, купить, посмотрим, что там будет, полетать. В общем, думаю, вам понравится и нам тоже. Наконец мы углубились где-то 3 километра вправо в какое-то село. До форельного хозяйства еще 4 километра. Но вид очень красивый. Воздух, ни одного облачка не висит в небе. Ну, сейчас поедем туда. Путь нас ведет дальше туда. Речанское лесничество. 128 гектаров. Вот это место. Заехали как в сказку. Горная речка, правда, дорога такая. Если какая-то другая машина поедет навстречу нам, то даже не знаю, как развернуться. Просто красота. Этот шум, эту палаточку бы разбить. А там вообще лес такой, не пройти, не проехать.
ребята, как мне нравится шум горной речки. Такие леса, но еще хвойных не хватает. Только что квадрокоптер пытался запустить над речкой, а он эти спутники не поймал. Я на свой страх и риск запустил в этом режиме, без GPS. И его ветром как понесло, слава богу, я успел реагировать, завернул его обратно. Пока что самое лучшее, что видим за последние дни. Ну что ж, продвигаемся дальше, еще 3 километра. Ехали в такое место, я ж настроение пропало, потому что деньги забыли. Ну, взяли только 500 гривен, это больше. Тут просто жемчужина. Сейчас посмотрим, как она, где нее выращивают. Ну, думаю, хватит 400-500 гривен на две рыбины поесть. Штучка 60 гривен, так что нормально, 500 гривен хватит. Сейчас тут дяденька нам ее поймают. 4 штуки пожарят и не съедим. Место просто красивее я не видел за последние 30 лет. Мишки. Домики для отдыха. Да. Я бы здесь вот вообще, не раздумывая бы, 10 дней пожил бы. Вообще красота. Если я сегодня спал вообще, просто не просыпался, то здесь шум речки, ой, такая ностальгия меня пробила. В этой избушке мы, скорее всего, будем кушать. Лавочка дубовая, дубовые три. И там еще куча беседок. Народа пока нет. И тут плавно подходим к горной речке. Это не Боржава, я не знаю. И на карте не показывают, что это за речушка. Только что спросил, вот эти три домика там на 8 человек, мест 1600 гривен в сутки. Получается где-то 60 долларов или 50 евро. Ну, вообще, приезжаешь и форель кушаешь, 60 гривен штука. И наслаждаешься такими пейзажами вдали от цивилизации и шумом горной речки. На здоровье. Ой, на вилочку можно? Так едим руками. Я не могу руками. Почему? Не научили. Так, давай. О, чаёк как пахнет. Чаёк пахнет. Взяли не этот дурацкий липтон, как на пароходе, а местный заваренных, собранных трав. Ребята, кого заинтересовало, вот визиточка. Все есть. Телефоны, широта, долгота, куда ехать. И вот она рыбка. Ну, давай попробуем. Вообще-то подзамерзли мы. Ну, конечно... Рыбка хорошая, но конкретно в масле зажаренная. Хотя можно было все это на гриле сделать. Ну что, только что она плавала.
в озере, потом в ведре. Вкусная. Ну что ж, господа, так давно я вкусно не кушал. Просто приятнейшая рыба, костей мало. И сижу, вот такое чувство, так неохота отсюда уезжать. Я бы этот дом снял и тут неделю пожил. Набрал мешок картошки, помидоры, огурцов, форель он каждый день ловит. Тишина, птички щебечут, солнце зашло, горы, горная речка. Все, ну ладно, надо отправляться в путь. Погнали машинку. Ты говорил, что машина у меня старенькая. Ну старенькая, только по этим дорогам и можно ездить. Поэтому на ней и вышиваем здесь. Покрышки поменял. Вот все. Только зашло солнце, как речка начала испаряться. Видите, здесь холодно, речка теплая. Пошел конденсатик. Сегодня ночью были заморозки. И вот проезжаем мимо дороги, а тут замороженная трава такая. А сегодня мы посещаем буйволиную ферму. Вон он пасется сзади меня. Один, но их 18 штук. 4 самки, остальные все мужички. Подкупили сыра, брынзы. Дороговато стоят, 550 гривен. Это килограмм. Один и второй. Ну, место называется Райский уголок. Полетали на квадрике, посмотрели на страусов. Индюков, павлинов, кого там еще, каких-то супер этих дайноутки и всякие курицы бойцовские. Вперед, погнали обратно. Вот это красивая птица. Да, але ж він оцел блиня, уже хвоста, як бачите. Да, если хвост распустил, было бы красивее. Вот это курица мощная, боевая какая-то. Привет. Сезон закінчується, то народу немає походити. Косуля, можно? Косуля. Уже я вообще первый раз вижу. Не вышла, не идя тебя туда хоть. Дайте хоть потрогать. Первый раз в жизни. Смирно, таке хороше. А чому пари ні? Є в нього там, на тій території, 4 косульки, ще, але ж бачите, ну. Ті охотники говорять, люблю природу. Ага. Убивати животних, ловити рибу. Все прийшли сюди. Ми да? Такі. А їх погладити можна? Вони не кусають. Так серйозно. Взяла. Здорово. Камінь, хоча ще щось. Саменту щось шматок такий отвалив собі. Як він там був. Ріснички у тебе красиві. Ой, ой. Здрасте. Ось все це, Сарочка, випитали, а це ось сіра така в грошах. Ага. Вони, до речі, їдять оце колорадських жуків. Ой. Приїдемо, тоді у вас купимо. Обов'язково. Маленький. Зала вам, до скількох вони можуть прожити? До 65 років вони можуть прожити. Як людина. Да. Що тут діти? Вот маленький. Дивіться, яка маленька. Крис не дает мне травку покушать. Привет. Сметанку, молоко, кефир, брынза, два вида сыра от буйволов. Молоко. Слушай, сладкое даже. Так, дальше. Это я не знаю, что такое сыр. Это кефир.
Кефир тоже классный. Брынза. Я даже не знаю, что взять, все хорошее. Класс. Один сыр. И другой. Все по-быстрому. У меня стандартный наборчик. Стейк, картошка и соленья. А это что? Пельмешки. Всем приятного аппетита. И узлачек.